Павлиноглазка Атлас – ночная бабочка, имеющая внушительный размер. Размах ее крыльев – 24 сантиметра. Обитает в Таиланде, Восточной Азии, Индонезии и на юге Китая. Интересен тот факт, что павлиноглазка во взрослой стадии не имеет рот. В течение 1-2 недель своей жизни она не питается, а перерабатывает жировые запасы, которые накопила на стадии гусеницы.